В муниципалитете продолжается одновременная вакцинация жителей от сезонного гриппа и коронавируса. Противогриппозные вакцины отечественного производства «Флю-М», «Гриппол Плюс» и «Сови-Грипп», а также детская вакцина «Ультрикс» эффективно защищают сразу от нескольких распространенных штаммов. Риск заболеть после прививки снижается на 80-90%. Противопоказаний к вакцинации от сезонного гриппа практически нет. На сегодняшний момент в Одинцовском округе от гриппа привито более 160 тысяч человек. Это свыше 77% от запланированного количества. Оба компонента вакцины от коронавируса получили уже 182,5 тысячи человек.